кто-то снял все рамки. Или это я был? Что делать будем? Нет, не планировал. Ты чё, ретард? Ты и так сап, ты можешь получить, блин, доступ через комнату бесконечности. What the fuck? Что это? Что это лежит здесь? Просто интересно, что это? А, это рамки! Ёб твою мать. Рамки в воздухе. Скинуть, что скинуть? Ты заходишь в Discord, в раздел интеграции. И все. Там мой канал будет, просто кликаешь вступить. Может, сортировку наконец сделать? Нахуй снести весь этот склад и построить нормальный. Так, почему-то я не выложил все остальное. Пошли слаймов посмотрим. Безумный аттракцион. Окей. Тут как-то темно, вам не кажется? И вон там тоже темно. Надо бы все осветить.
Факела куда-то дели все. Палки тоже куда-то дели. Большее количество времени этот пок находится между облаков. Надо жемчуга побольше взять, мне кажется. Я в элитре, я в элитре. Сейчас сделаем снизу все светлым. На секунду я забыл, зачем пришел. В лестнице можно летать, серьезно? Это было странно. Это было очень странно. Зачем мне элитра, если у меня нету... фейерверков с собой. Ладно, плевать. Что у меня с обзором? Тихо, тихо, тихо. Ребят, я без брони. Капец, их там много. Да, бейтесь сами с собой. Это тебе... за то, что ты меня ударил.
Я отсюда стража слышу. Нифига тут так-то еще. Так, давайте там закончим сначала. Твою мать. Я думал, тут уже все исследовано, освещено. А тут, походу, вообще никого не было. Мне, походу, 3 стаков не хватит. Надо было с собой палку и уголь взять. Кто вот этим занимался? Зачем? Фига тут угля. Я даже выкопаю его. Я где-то на около поверхности, походу, делаю, потому что я слышу ражи на поверхности. Что я начал вообще весь уголь выкапывать. Может, стоит реально все ресурсы забирать, раз уж я по пещерам пошел. Ну, типа даже железо. Потому что железо как раз таки нужно. Я пытался сделать ферму, а оказалось, она не работает. Не рабочая. Оказалось, что она для следующей версии Майнкрафта. Я опередил время, построив обновленную версию. Привет, Котекс. Максим Ньют. Спасибо большое за фоллоу. Привет. Антигвард, спасибо за фоллоу. Эй, я нашел тупик. Это хорошо. Может мне через X-Ray обследовать это все? Как думаете? Это ускорит процесс.
Не тот X-Ray, который просто прозрачный, да? Мод, который. А тот, который через... Глич. Эксплойт. Я не хочу обновлять команду сегодня. Посрать. Там дата написана. Так, здесь все освещено. Полагаю, что да. Минус железа. Да что ж тут так много путей-то, а? Тут явно кто-то копал. Так, это что за... Капец, тут все так запутано. Все пересекается. Так. Окей, вот это надо перекрыть. Обозначить, что оно освещено. Что здесь? Здесь кто-то что-то копал, по-видимому. Куда-то целенаправленно копал. Вопрос, куда?
Привет, Джест Ронин. Переехал куда? Я уж думал, взорвется. Капец, сколько тут. А, это одна и та же пещера, это все облегчает. Зато я железо покопаю, пока все это исследую. Я уверен, что здесь будет стаков 4, наверное. К тому времени, как я выйду. Тебя не кидает в Дискорд. А ты интегрировал его сейчас или когда? Там иногда до часа надо ждать, да. Вау, я нашел золото. Впервые за эту вылазку. Сколько я бегаю здесь, да? Если так подумать, за этот за существование этого сервера я впервые вообще исследую пещеру. Я в пещерах вообще не лазил. Вообще. Окей, это тупик. Геттомат, спасибо за фоллоу. Хочу ли я выкапывать гравий, когда встречаю его? Сколько здесь гравия? В одном рождении стак. Можно ли это называть месторождением гравия вообще? Полтора стака. Это не так уж и плохо. Это надо шалкировать, чтобы такое количество ресурсов с собой таскать. Потому что он довольно часто здесь. Не так часто, чтобы целенаправленно ходить за гравием под землю, но все же довольно часто. Чё, один блок? Серьезно? Блять. Я просто хотел осветить пещеру под домом. Что это такое? Тут кто-то был наверняка. Второй рукой. Так я могу забрать ее?
меня такое ощущение, что это надо делать чем-то другим. Ножницами? Не прикасайся ко мне, подожди, я почти ее разрушил. И ее нет. Мечом. А забирать-то ее как? Тут нитка получается. О. Когда я начинал играть в Майнкрафт, никаких данжей еще не было, кроме, собственно, вот этих. Это, наверное, самое интересное, чем я вообще занимался тогда. И когда я находил вот этот спавнер, я так пересирался. Это была странная анимация. Куча паутины. Пауки, которые отравляют. Почему здесь булыжник? Как будто здесь кто-то его поставил. Возможно, это был я. Я помню, как у меня были фермы пауков вот этих вот. Причем не одна, а сразу три. Три спавнера в пределах двух чанков. Я тупо стоял, ауч. Стоял посередине. И фармил опыт с трех спавнеров одновременно. Вас никогда не тревожило, что в заброшенных шахтах, в стенах куча руды? Шахты копают, чтобы добывать эту руду, а не чтобы просто копать шахту. Бирка. Это мне ничего не надо. А ты откуда взялся? Так, ладно, тут что-то как-то многовато говна. Я пойду отсюда. У меня уже инвентарь полный. Потом сюда вернусь. Подождите, так это рядом? 150? Кто ж вообще рядом? Ну, тут, кажется, спавнер. Ладно. Факела кончились. Так, надо выбираться.
Понятия не имею. Да. Но у меня есть вот такой способ. Работает всегда. Кто копал шахты? Это легко объяснить. Кто-то. Да, это очень рядом. Очень рядом. Прям очень-очень. Не хочу играть с модами. Кто-то поуменьшал их количество. Явно. Видимо, чтоб не лагало. Жемчуг мне так и не пригодился, кстати. У нас ферма золота, я, блин, наркоман руду принес. Боже. Сколько железа? Че, 1,5 стака и все, что ли? Красные овцы уменьшили количество синих и зеленых. Это какая-то отсылка должна быть. Ферма големов. А я ее строил в другой версии. Сейчас она не работает. Нам когда-нибудь эти паучьи глаза интересно пригодятся. Там какое-то зелье можно было из них делать, но 2,5 стака. Я удивлен, что эту заброшенную шахту еще не нашли. Ну, типа я ее неисследованной. Чего? Охуеть. Кто-то постарался. Тупо починка, да-да-да. Токсик, наверное. Он как-то говорил, что накрафтить хотел. Там половина большого сундука починки. Все, починка. Че вот это такое вообще? Блок песка зачем-то. Тут нет водного дыхания? Серьезно? А вот здесь будет. Ставлю силу здесь.
Влезла. Волчьи глаза можно мариновать и есть. Я сомневаюсь, что это полезно. А может создать убер-супер крутые броники? Давайте сделаем супер броню. Не надо, подумай. Кстати, тут же есть. Блин, я только что потратил 7 алмазов впустую. Окей. Починка прочности. What the fuck? Шестнадцать. Они, походу, уже были починены несколько раз. Наверное, я сам в них носился. Короче, берем новые. Ленивый кот, спасибо за фоллоу. Так, шлемак новый надо. Или нет? А я не помню. Этот шлемак у меня чинился. Был починен. 8, видимо, да, был. Давайте новый. А нужен ли мне нагрудник? И свою мог расчантить. И она после этого зачантивается нормально. На нем починка, это не важно. Тут не в этом суть. Нужно именно свободные слоты. Давайте сделаем самую крутую броню из возможных. Так, 4 починки с собой. Книги еще нужны. Книг нету, да? Окей, значит, надо книги сделать сначала. А чтобы сделать книги, нужно кормить коров. Были книги в ящике. Там их мало.
Это точно. С нее и мясо есть, и молоко есть. И кожа для книг, для рамок. А я вот не уверен, кстати. Скорее нет. Тут, наверное, есть. Тут уже есть, кстати. Кто умудрился додуматься просто? Засунуть в шалкер семена долбаные. Просто зачем? Это не ты. Конечно, это не ты. Тебя нет на этом сервере. И вообще мемы надо знать. Надо говорить, это я. Или это был я. И смайлик такой. Улыбающийся. Самый обычный. Если я буду убивать только красных коров, это будет расизм? Думаю, этого достаточно. Да, я хочу с одного удара ваншотать одну корову, а не оставлять раненых кучу коров.
По-моему, три листика надо, да? Да, на одну книгу. Ну вот, теперь книги есть. И даже кожа осталась. Звуки коров вообще отключены. Можно дальше пройти, пожалуйста? Я знаю, что бывает, если туда провалиться. Начиная с зависания, заканчивая смертью. Каким-то образом элитра не раскрылась. Мне повезло. Там на воздухе пок. В воздухе, в смысле. What the fuck? Мне надо спросить, что это за говно? What the fuck is that? Так, что ж. Нам нужно зачаровать на два. Мистер Дом, спасибо за 13 месяцев. Спасибо большое. Отлично, защита 4, взрывоустойчивость 4. Теперь этот шлем нужно зачаровать всеми остальными вещами. Прочность 3. Что там еще было? Подводник. Подводное дыхание 3. Дыхания нету, да? Еще от снарядов, от взрывов, от огня. От огня вообще очень редко.
отложим пока сюда, что. Пока что. Просто прочности этого недостаточно. Просто третья прочность. Третья огнеупорность недостаточно. Восьмому все, ну так, шесть зачаров нужно наложить. Все нормально, все рассчитано. Защита 3 недостаточно. В общем, нужно на зачарованном столе сделать броню, в которой два уровня сразу же максимальных. Защита 3 этого недостаточно. Сразу же должно быть два зачара. Нет, не проще. Через книги так не получится. Там не хватает. Просто прочность нет. Привет, Элс. Да где мой опыт? Четвертое часто, а вот чтоб два сразу же было. О, нет, третья защита. Третьей недостаточно. Да ё-моё, слишком много лагает, слишком мало быстро кончается.
Вот с прочностью очень часто что-нибудь еще достается. Никогда. Недостаточно. Отлично. Так, вторая часть готова. Дай сюда ее. Защита от огня почему-то, или как там, огнеупорность? Я не помню, как она называется даже. Она так редко появляется. Просто жесть. Так, починка, 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 починка. Так, остается еще две части. Не пойдет. Не пойдет. Лучше использовать авкферму, чтобы опыта было настолько много, что там просто все лагает. Нон-стопом. Там есть определенный плюс в том, что это самое золото фармится одновременно с этим. Отлично. И последняя часть. What? Окей. Никогда не видел, чтобы было так много зачаров. Окей, сюда надо невесомость четвертую. Сюда надо защиту четвертую. Что еще надо? Огнеупорность? Блин, огнеупорность хрен найдешь, серьезно. Я не помню, чтобы я ее вообще где-то находил. Так, сюда защиту четвертую. Так, у каждой из шмоток должно быть 6 слотов. Я правильно же понимаю?
Так. Защита, взрывоустойчивость, огнеупорность, прочность, починка. Это уже 5. Плюс подводник. Здесь у нас ходьба под водой. Плюс дыхание под водой здесь. То есть здесь уже не хватает. Короче, без огнеупорности сделаем, да? Потому что это слишком много. По крайней мере, для шлема. Давайте просто смотреть, что тут есть. Шипы. Я не знаю зачем. Но они редкие. Шипы вообще такая себе вещь. Зачем огнеупорность? Чтобы было. Привет, огурец. Подождите, а книги ведь не должны быть застаканы, получается? Если книгу застакать... То получается не хватит? Или как? Как это работает вообще? Блин, там подводная ходьба была. Надо было ее взять. Второго уровня. Шипы оставлю просто так. Взрывоустойчивость 3. Так, давайте кучу эндерменов убьем. Я пойду пассу.
Наблюдайте. Ничего себе. Уже. Аплодисменты музыканту. Походу я их недостаточно много убил. Так, что ищем? Я уже забыл. Если чердейская книга шифтом забирается, то она остается книгой. Это защита от снарядов так часто попадается. Подводник. Я им скликнул. Упс. За все это время мне огнеупорность даже первого уровня не попалась. Даже шипы попались. Пивко. А это пиво вообще? Нет, это не пиво. Это пивной напиток. Повсюду ложь.
Так, вот это все защита от снарядов. Ее тут до жопы. Она очень часто попадается. Небесная кора 4. Можно оставить. Говорят, ослиная моча на вкус как пиво. Начнем с того, что она будет теплой. И мне кажется, если сказать, что теплое пиво на вкус как ослиная моча, то это будет намного ближе к истине. Я оставлю вторую прочность, потому что она редко попадается. Так, небесная кара, это у нас меч. Хотя... А на лук можно небесную кару наложить? Чуть не сложил взрывоустойчивость. Надо для другой защиты больше. А, вот здесь просто защита есть. Давайте взрывоустойчивость унесем куда-нибудь. Здесь будет защита. Взрыва. Огня. Устойчивость. А здесь будет защита от снарядов, невесомость. Шипы. Вот так вот. Можно сделать ультралопату. Это правда. Кстати, да, я хотел лопату с шелковым касанием сделать. Для копки этого самого. Гравия. Шипы через. Где мой опыт? Тут нужно сделать люк. Или выкидывать их. Вот под таким углом. Упала. Люк нужен. Типа сбрасываешь на него все, открываешь, и оно все падает. Печь. Опять невесомость. Ну тут их мало на самом деле.
Эффективность. Огнеупорность. Капец, она редкая. Она очень редкая. Что-то это как-то не очень выглядит. Защита, огнеупорность, взрывоустойчивость. Защита. Огнеупорность. Взрывоустойчивость. Воу, взрывоу. А может влезет? Так будет. Взрывность. Хотел бы я огнеупорность собрать. Продолжаем рыться. Тройной выстрел. Ну ладно, оставлю, я его не так уж и часто видел. Прочность 3. Ну, ее не стоит пропускать. Горящая стрела. Ее тоже не стоит пропускать, она довольно редкая. Это все пронзающие стрелы. Тройной выстрел, то что здесь? What the fuck? Пронзающая, 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 пронзающая. Третьего уровня. Второго уровня. Четвертое. Третий, третий, четвертый. Ну, здесь два тега, а здесь один. Здесь тоже два. С чем это связано? Тут слишком много пронзающих стрел. Их надо поуменьшить. Горящую стрелу нельзя. Ее надо оставить.
Я вот тоже не знаю, что за теги. Может, это из-за того, что ты складываешь их? Еще одна пронзающая. Разящий клинок 3. Ну ладно, уговорили. Я не знаю зачем, но пусть будет. Может, кому-нибудь захочется АОЕ клинок. Клинок хаоса. Сколько там силы? До жопы. Включите ферму. Это как, знаете, сидишь в туалете, и кто-то свет выключает. Блять, включите ферму, пидоры. Кто-то в краю сейчас находится, и из-за этого у меня ферма отключилась. У борща талант все портит, серьезно. Еще один минус этой фермы, кстати, да. Может, реально на свинозомби поставить пойти? Там просто зачарование не такая нормальная, как здесь. Мне там не особо нравится. Третья прочность. Ну, потом поставишь, ладно. Видишь, я тут делом занят. Вот тут та же хрень, если кто-то чанки грузит, ферму выключается. А, ладно. Я думаю, в аду все нормально. Быстрая перезарядка. Заговор огня, кстати, я вообще не помню, чтобы был.
Прочность, прочность, офигеть. Что с прочностью? Блин, пока... Пока прет на прочность, надо ее собирать, потому что потом... Вот еще одна, офигеть, прет реально. Я помню, как я ее вообще очень долго не мог хотя бы одну найти. 2 часа здесь сидел, ни одной прочности не попалось. Мне именно она и нужна была. Пока прет, надо собирать. Так, а что мне сейчас-то надо? Взрывоустойчивость, защита от снарядов, защита 4, невесомость. Что еще нужно? Что еще сюда нужно? Прочности нету. Лол. Окей, то есть следующая из HR будет последним для этих собак. То есть я сделал сейчас 4. Нет, подождите. Еще 2 можно нанести на них. Огнеупорность я не буду искать, она очень редкая. Она капец какая редкая. Ну ее в жопу. Опа. А, я думал, неважно, это у меня опыта нету. Я подумал, что что-то с броней не так. Наркоман. Я подумал, а что если сделать ферму эндер-драконов? Поставить пушку, которая уничтожает кристалл под каждый, на каждый столб. Поставить какие-нибудь раздатчики, которые будут уничтожать дракона в клочья после уничтожения кристаллов. Больше 20 просто нельзя физически, что ли? Серьезно? 500 опыта не это не мало. Это, по-моему... А до скольки это? До 40 уровня или сколько это? Да что ж так много требует? Почему 17 уровень там требует? Подождите. Здесь что-то не так. Я же их только что зачарил. Да. Снаряды, защита, прочность. Взрывоустойчивость можно еще наложить сюда. Что у нас там? А, это не тот сундук. 4-я взрывоустойчивость. О, это не те сапоги. Упс. Надо их сложить сюда. Я только по полосочке понял, что что-то тут не так. 39-й нужен. Охренеть, 39-й Карл. Это уже точно последний зачар для этих сапог. В смысле штанов. Реально, что-то здесь не так. Мне потом чисто интересно будет посмотреть, а можно будет ли еще наложить. По идее, я наложил на них только 2. Починку и прочность наложил на них.
И все, по идее. Я на них больше ничего не наложил. Почему цена-то такая дорогая? Большая, в смысле. Чего? Убрали лимит? В какой стати? Если бы убрали лимит, мы бы тут не мучились этими фигнями. Что за бред вообще? Какой там надо было? Тридцать два. А так. Уже слишком дорого. Потому что я переименовал. 39 надо. Это последний зачар, который можно вообще наложить сейчас. Из-за чего это может быть? Потому что у них так мало. Может, это из-за самого типа брони? Типа на вот этих ботинках? Уже сколько? 6 штук, да? Я их могу переименовать. И здесь будет 16. То есть 32 это уже после. Хотя у них на 2 зачара больше. Может, это особенность типа брони? Бам. Окей, штаны готовы. Если я сейчас хотя бы попытаюсь их переименовать, это уже будет слишком дорого. Стоп, что? Бам, 39. Как это работает? Подождите, переименовывать можно? У меня тут огнеупорность была первая. Если я сделаю вот так. Переименовывать все еще можно. Забавно. Окей, штаны готовы, короче. Привет, Кайнет. Так, здесь уже все, что нужно есть. Здесь нужно все, что нужно есть. Здесь. От снарядов, подводник, подводное дыхание, третье. Чего-то не хватает. Прочности не хватает. Прочность 3. Окей. Вот здесь был 10 аж. 10, то есть. Там токсик.
Выложил такой скриншот странный. Я просто сижу и вдупляю. Что? Бывает. А, привет. Блять. Не хочу я в голосе сидеть. Нагрудник? Сейчас нагрудник сделаем. Нагрудник самый последний, потому что я в основном в элитре гоняю. Так, прочность здесь есть. Больше ничего не надо, да? Ну, огнеупорность, конечно, можно, но ее так долго искать. Стоп, здесь нету взрывоустойчивости. И я ее даже здесь не вижу. Тут есть взрывоустойчивость, тут тоже есть, а вот тут нету. Надо сделать. Где мой опыт? Я тупо нулевого уровня, у меня даже первого нету. Фига себе. Тут надо, знаете, какие-нибудь поршни снизу поставить, чтобы кнопочку нажимаешь, они выдвигаются, и вот этот весь лут падает вниз. Может заняться этим. Кстати, у нас же есть житель, торгующий третьей прочностью. Алабиакур, спасибо за фоллоу. Окей, накопили. Чагун. Чё вообще ищу? А, взрывоустойчивость. Притягивает врагов. Это только на этот самый. На трезубец.
Ставь лайк, если ни разу не пользовался трезубцем, потому что, ну нахер эти все нововведения. У нас на сервере, по-моему, только один человек, это Токсик, который с трезубцем бегает. Четвертая сила. Проебать его успел? В смысле? Как? Я бы понял борщ, но ты-то как? Узревит там, я понял бы. Он проебывал свои вещи, не знаю, 5 раз, наверное. Никогда не устану напоминать борщу, насколько он ущербный. Невесомость у нас... Сколько ее? У нас ее мало. Пустоту кинул? Стоп, если его кидаешь, то он исчезает? Это как работает вообще? Алекс Фойстед. Фоксед. Спасибо за фол. Он не возвращается? А, ты типа его просто кидаешь. Я думал, он возвращается почему-то. А, с верностью? А у тебя он что, без верности был, что ли? С ней. Это надо зажать Ctrl и кнопку выбрасывания. А, он возвращается только если упрется во что-то. Имеет смысл? Это ферма. Ферма эндерменов в краю. Ферма эндерменов.
Майнкрафт туториал. Держи. Тот самый гайд, по которому я делаю ферму. Делал и буду делать. Вообще, наверняка есть более совершенная форма фермы. Форма фермы! А мне это нравится. Я к ней привык. И не думаю, что другие какие-то более продуктивные. Эта ферма уже более слишком продуктивная. Ты тут просто сдерживаешься, чтобы их убивать, чтобы не лагало от количества опыта, которое они дают. Огнеупорность 3-го уровня. Охуеть. Где мой опыт? Притягивай к тебе трезубец обратно. Только выкинул, сразу же подбирать. Бывает. Удача! Я впервые вижу удачу на зачаровальном столе. Добыча. Добычу раньше видел, но удачу. Эффективность 1 на 3-м слоте, что? Пронзатель 5. А, это я вытащил эту книгу. Я засунул сюда, потому что пронзатель 5 нафиг не нужен. Если лол за чар... Блин, а я просрал. Ладно. Буду знать. Так, погодите. Добыча, удача, шелк здесь. Он тупо пустой. Тупо ничего нету. Я здесь уже нахожусь.
4 эффективность. Подойдет. Блин, там горящая стрела была. Прочность 3. Зачем? Отстань! У меня ПТСД с книгой на 3-ю прочность. Она слишком редко попадалась, поэтому я ее не хочу пропускать. И вообще это мне ничего не стоит, окей? Огнеупорность 3, о боже мой! Я нашел огнеупорность вместо... Слушайте, я знаю, что я сейчас сделаю. Я сейчас сделаю огнеупорность 4. И вместо взрывоустойчивости наложу ее. О май гад. Могли бы вы поверить в это? Огнеупорность появляется чаще, чем взрывоустойчивость. Куда ее наложить? Не знаю, на ноги наложу. А можно ли? Можно. Бан. Смотрите на эти сапоги. О боже мой. Спасибо, Алекс и Хэвен Клауд, за фоллоу. Спасибо, Визер, за 9-й месяц. Охренеть, 9 месяцев. Серьезно? Это очень много. Спасибо, Эфри. Спасибо большое. Она же была на ботинках? В смысле была? Не-не-не, там была взрывоустойчивость. Огнеупорности здесь не было. Мистер Фанлайт, спасибо за фол. Знаете что, я доволен этим. Секундочку. What? Подождите.
Я зачаровывал шлем, который у меня не был, и который у меня был изначально? Да? Подождите. Прочность есть, подводник есть, подводное дыхание третий. А если я соединю это и... это и это. Слишком дорого. А наоборот? Наоборот работает. Окей, давайте. Тридцать пятый уровень всего лишь нужен. Я просто перепутал их местами. Причем у штанов зачаровальня была намного дороже, чем у шлема. И я из-за этого подумал, что шлем все нормально с ним. Всего лишь 35, ну, не важно. Почему 35 это 32 плюс те зачары, которые уже есть? То есть первый зачар стоит 2, по-моему, второй 4, третий 8, четвертый 16, пятый 32, нет, подождите, 32 должен стоить уже шестой. Окей, первый 1, значит, а не 2. И плюс еще 4 за то, что там взрывоустойчивость четвертая. Получается 35? Какого хуя 35, а не 36? Окей, окей. Я не знаю. В КБ Стронг вообще не продается? Ну и у нас тоже. КБ вообще лойс редко бывает. Как таковой. Там сверху была ссылка. Вот. Опыт просто не успевает всасываться. Бам! О, да, вот смотрите на этот шлемак. Ну что, осталось только одно. Так, элитру сюда поставим, чтобы ее случайно не просрать. Так, эти книги... А, ну, впрочем... Прочность сюда. Подводник... Сюда. Но зато мне подводное дыхание не пришлось искать, потому что у меня его не было. Я его не мог найти никак. Так, шлемак, ой, в смысле. Броня. Что с броней? Защита от снарядов, защита, прочность. Взрывоустойчивость, огнестойкость, да? И все? А ничего этого у меня нету. Мне кажется, мне лень это фармить.
Уровень в игре максимальный. Никакой. Его не существует. А, в плане зачара. Тридцатый нужен. Чтобы максимальный зачар сделать. Подводное дыхание второго уровня. Но это другое. Это наковальня. Это складывание зачаров. Кстати, я только сейчас понял, что у меня броня с починкой одета. Да, предмет с починкой все еще жрет экспу, если он на фул зачарен. Ой, в смысле, на фул восстановлен. Так, что тут у меня сила 4. Быстрая перезарядка. Небесная кара. Что это вообще такое? Ну, ладно, возвращаемся. Без узрита вообще нельзя использовать. Это уж очень давно ввели эту штуку.
Да ну нахер. Долго искать. Ты видишь, сколько я сидел здесь? Книги надо было там оставить. Я что-то дебил. Ладно, не важно. Так, что дальше освещать? Пок. Вот это лаг был. Как оно одновременно все выпало. Я сейчас подумал, а вода может быть под грядкой?
Может, вот это все на самом деле не нужно? Или воде все-таки нужно быть наравне с грядкой? Перевернутая лошадь. Да, это цитата. Семян костную муку, потому что у нас есть ферма. Кстати, я хотел там сделать сортировку, чтобы луки сбрасывались. Ладно, я что-то я не хочу больше на сегодня.